Под Тверью поисковики извлекли из Волги, предположительно, танкетку или тягач Т-20 времен Великой Отечественной войны. Более точно вид, поднятый со дна машины, установят эксперты. Нашли боевую машину поисковые отряды вахты памяти «Калининский фронт». Поиску в воде с помощью водолазов из аварийно-спасательной службы Тверской области предшествовала серьезная архивная работа. Как оказалось, лежал тягач на дне в 700 метрах от стройки северного обхода Твери. Сначала водолазы извлекли машину из ила с помощью воздушных мешков, а после этого речной кран, который был зафиксирован возле берега, начал подъем танкетки из Волги. Это Т-20, танкетка и тягач. Вот, он использовался как тягач, а 45-е опушки перевозил. Вот, плюс 6 человек он мог себе на борт взять, водитель, потом этот самый пулеметчик, у него два люка. Вот, использовался как вездеход, но он еще использовался как танкетка. То есть, когда пушек не было, он шел вместе с бойцами танк, потому что у него на броне стоял пулемет, танковый пулемет. Вот, и он с бойцами прорывали какую-то линию обороны. Вот такая очень маневренная, хорошая машина. Ура!